большой театр. Во всем величии красоты. Вестибюль Большого театра, вот парадный вход, центральный вход. Вот лестница закрыта, ну, можно посмотреть, полюбоваться. Сегодня опера «Пусковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Мариинский театр приехал сегодня. Это гримировальный столик Фёдора Шаляпина. Афиша премьеры оперы «Кармен» в Большом театре, 1936 год. Участвуют здесь и Шпиллер, Максакова, Давыдова, Рудницкая, танцы поставлены Моисеевым, дирижер Клейбер. Так. Первая афиша «Кармен». Костюм, в котором пела «Кармен», Синявская. А это костюм Лены Образцовой. Так. 1973 год.